Здорово, друзья! 2021 год подошел к концу. В декабре я уже подводил его итоги, снимал видос о лучших играх в открытом мире, о лично моем персональном топе лучших игр года и не только. В этих топах было очень много разных игр, как хороших, так и не очень. Но сегодня я решил снять видос не просто о лучших играх 2021 года, а о настоящих шедеврах. О играх, которые получили одинаково высокие оценки, как от критиков, так и от просмотрителей. Простых игроков, о играх, которые вообще не пострадали от ревью-бомбинга, о играх, у которых вообще практически не было хейтеров, и о играх, о которых все говорили только хорошее. Проще говоря, это не просто топ лучших игр прошлого года, но и топ самых расхваленных и обожаемых игр всего прошлого года. Так что усаживайтесь поудобнее, друзья, и приятного просмотра. Думаю, будет интересно. Forza Horizon 5. Я, если что, являюсь тем самым человеком, который вообще не любит гоночки. Абсолютно. В момент релиза Forza Horizon 5 для записи тестов я взял у друга аккаунт с игрой, поиграл часик и никаких эмоций не испытал. Просто мне такое не нравится от слова совсем. Но я — это только я. А вот миллионы других разных игроков по всему миру просто обожают гоночки. И в наши дни, в наши времена, пожалуй, именно Forza Horizon может называться лучшей и самой популярной аркадной гоночной игрой во всем мире. Потому что тот же Need for Speed, несмотря на то, что продолжает выходить, на самом деле он давно уже мертв и практически никому не интересен. Еще есть Gran Turismo, но она не такая уже аркадная, плюс это эксклюзив PlayStation. Ну а другие представители жанра, пускай и относительно хорошие, но они и близко не дотягивают до уровня известности и популярности Forza Horizon. Она действительно номер один во всем мире, и это факт. Ведь всего спустя неделю после релиза пятой Forza Microsoft представили официальный отчет, в котором говорится, что в первую неделю запуска в игру сыграло больше 10 миллионов пользователей, что является потрясающим результатом и лучшим показателем во всей серии. Такой высоченный онлайн само собой сопровождался и положительными отзывами об игре, ибо подавляющее большинство всех игроков игру только хвалили. И не просто хвалили, а превозносили ее, называя чуть ли не главным шедевром 2021 года. За все время с момента анонса единственное, что я плохое слышал об этой игре, так это то, что у нее были проблемы на запуске в Steam. Многие не сразу смогли запустить игру из-за какой-то ошибки. И я, кстати, был в числе этих людей. Steam-версия у меня запустилась не сразу, но эту проблему починили в первом же патче. Тем самым, по сути, все проблемы игры были решены моментально. Еще, кстати, могу отметить, что помимо рекордного количества игроков на запуске, Forza Horizon 5 еще имеет и самый большой открытый мир в серии, и самое большое количество контента в серии. Да, открывать в этой игре все машины нужно очень долго, так что фанаты все остались в полном восторге. Microsoft удовлетворила всех. Думаю, ни для кого не секрет, что мы с вами живем в эпоху игр-сервисов с множественными монетизационными системами, которые приносят издателям кучу денег. И я не осуждаю это, просто такое вот сейчас у нас время. Обидно в этой ситуации только то, что на такие вот игры и начали ориентироваться большинство крупных компаний, из-за чего у многих сюжетных игр теряется душа, а история отходит на второй план. Это плохо. Стабильно шедевральные сюжетные игры сейчас делают только Sony. Так что представьте, каково было удивление людей, когда от компании Square Enix вышли полностью сюжетные, одиночные, безмонетизационные Стражи Галактики. И я повторюсь еще раз, они вообще без монетизации, но со скинами на персонажей, которые, внимание, как в старые добрые времена открывались в самой игре. И их, повторюсь еще раз, не нужно было покупать. Релиза такой вот игры от обычного среднестатистического издателя, который год назад утопил в донате Мстителей, стал настоящим шоком для геймеров. Никто такого не ожидал. И вдобавок, к этому удивлению, еще и сама игра оказалась просто великолепной. Я уже детально рассказывал об этом шедевре в своем топе лучших игр 2021 года. Стражам Галактики, если что, я отдал первое место, ибо считаю их лучшей игрой года. Они просто замечательные. Так что подробно разбирать каждый ее аспект сейчас не вижу особого смысла. Могу лишь повториться и сказать,
что игра шедеврально во всех смыслах этого слова, особенно по части сюжета и атмосферы. Ну и конечно же по части взаимодействий между персонажами и раскрытием этих самых персонажей. Тут с этим все просто на высшем уровне. Обидно, кстати, что такой вот шедевр вот взял и, к сожалению, провалился в продажах, показав стартовые результаты даже хуже, чем у Мстителей. Это очень обидно и грустно. Игре не помогло даже то, что игру хвалили, ну буквально вообще все. Многие в своих обзорах называли ее игрой года. Даже самые токсичные ютуберы, которые огромное количество игр поливают дерьмом и на этом строят весь свой контент, эту игру превозносили и расхваливали как только могли. Простые игроки ей тоже ставили высокие оценки и поднимали ей рейтинг, но ничего из этого, к сожалению, не помогло. И даже спустя месяц уже после массовой огласки и сотен и тысяч положительных обзоров на ютубе от блогеров-миллионников, онлайн у игры не подрос, а лишь продолжил падать. Обидно, очень обидно, просто невероятно обидно. Тем не менее, унывать не нужно, а поиграть в этот умопомрачительный шедевр однозначно стоит. Послерелизные продажи тоже иногда играют роль, и возможно однажды мы даже сможем увидеть продолжение этой замечательной игры. Back 4 Blood. Эту игру изначально приняли не очень хорошо, и случилось это не на релизе, а во время бета-теста в августе. Тогда еще все думали, что это будет прямое продолжение легендарной Left 4 Dead. Ну почти. Дело в том, что Back 4 Blood создавала студия, которая в свое время создала легендарный Left 4 Dead, но тогда они выполняли заказ для Valve, соответственно и права на игру и на название бренда остались у Valve. Сделать новую игру под названием Left 4 Dead 3 разработчики, к сожалению, не могли. Но вот выпустить по сути такую же игру, только новую с другим названием, у них была возможность. Все именно этого от них и ждали. Но во время бета-теста люди получили совсем другую игру, которая ну никак не похожа на Left 4 Dead, но которая все же по-своему очень-очень даже хорошая игра. Интересная, графонистая и затягивающая игра. Так что уже тогда небольшой негатив сошел на нет, а на релизе его и вовсе не осталось. В первую неделю в игру сыграло больше 6 миллионов человек, что для разработчиков оказалось феноменальным успехом, о котором они близко даже мечтать не могли. Со временем хайп игры спал и онлайн сократился, но он все равно держится на очень высоком уровне. Плюс игру поддерживают, обновляют и дополняют, так что она сейчас живая, продолжает развиваться. Отзывы у нее крайне положительные, негатива в ее сторону нет вообще, игрой довольны как критики, так и простые игроки, и все это, как я уже сказал ранее, подкреплено высочайшими продажами и стабильно высоким онлайном. Так что с какой стороны к этой игре не подойди, везде будет успех. Ratchet & Clank Rift Apart. Как я уже говорил ранее, сейчас полноценные, очень высокобюджетные, сюжетные, одиночные, ну просто шедевральные игры, от которых отвисает челюсть, делают только Sony. Периодически, конечно, случаются выстрелы и у других компаний, но стабильно шедевры производит только Sony. Sony красавчики. У них что не игра, то настоящий шедевр. Ratchet & Clank Rift Apart не стал исключением. Казалось бы, игра выглядит как детская. Вряд ли она сможет заинтересовать взрослую аудиторию, поэтому и большие финансы вкладывать в ее разработку не нужно. Так бы подумали практически все крупные издатели, но только не Sony. Именно поэтому в такой вот игре графон ну просто нахрен сносит башню. Детализация объектов и красоты окружения покоряют воображение. Шерсть на главных героях настолько детализирована и высокобюджетна, что буквально видно каждый доллар, который в нее вложили. Плюс в игре еще и сюжет бомбический. Уровень постановки происходящего это вообще отдельный разговор. Все это очень эпично и невероятно круто. Проще говоря, это не игра, а стопроцентный шедевр, который хорошо приняли как критики, так и простые игроки. У игры высочайшие оценки и высочайшие рейтинги. И я вообще не слышал о ней ничего плохого за все время с момента ее релиза. Так что вот вам еще одна стопроцентная, успешная, великолепная игра 2021 года. Resident Evil Village. Серии игр Resident Evil уже больше 20 лет. За эти годы во франшизе успело выйти огромное количество разных игр. Большую часть времени франшиза развивалась в одном жанровом направлении и всегда была приключенческим экшен-шутером от третьего лица. Но с выходом седьмой части она сменила жанровое направление и стала скорее хоррор-шутером от первого лица. Тогда этот новый путь развития одобрили далеко не все. На игру вылилось относительно много хейта. Я говорю именно
относительно, потому что понравилась игра тоже очень многим. И оценки у нее были очень высокие, и продажи тоже высокие. Так что и вот уже восьмая часть снова стала хоррор-шутером от первого лица. И к моменту выхода восьмерки все, кто тогда ругал семерку, уже, так сказать, приняли неизбежное и смирились с новым жанровым направлением серии. Поэтому деревню за смену жанра уже вообще никто не ругал. Более того, ее так все хвалили, что порой ее даже называли лучшей игрой в серии. И оценки она как раз получила на самом деле рекордно высокие. Тем самым она действительно заняла место в списке одних из лучших игр серии. Что как бы на самом деле правильно. Я сам прошел игру полностью и получил море удовольствия. Ибо в игре и шикарные битвы с боссами имеются, и атмосфера шикарная, графон потрясающий, механика стрельбы удобная, оружия много, разные головоломки и загадки сохранились. Персонажи в игре очень харизматичны, злодеи тоже, интрига присутствует и сюжет в игре ну просто шедеврален. Так что в этом случае я могу лишь лично подтвердить, что Resident Evil Village полностью заслуживает всех тех многочисленных десяток, которые игре ставили на релизе. Она на самом деле великолепна и ну просто шедеврально. Chivalry 2. Ну тут я могу быть краток. Долгое время в игровой индустрии было пустым место хорошей средневековой мультиплеерной игры от первого лица. Таких игр, если что, ну их как бы вообще не было. Средневековые игры были очень популярны, разве что среди стратегий или сюжетных одиночных игр. А тут внезапно пару лет назад выходит первая часть Chivalry, которая позволяет игроку воевать на достаточно небольших картах, очень насыщенных картах, использовать при этом кучу разных оружия и убивать друг друга множеством разных способов. Людей на сервере всегда много, убийства выглядят очень зрелищно и эпично, можно рубить врагам головы, руки и ноги. Система средневекового боя на мечах и не только в игре реализована шикарно. Проще говоря, у игры все замечательно, поэтому сразу после выхода она выстреливает и становится очень популярной. Соответственно, после этого выход второй части не заставил себя долго ждать. И вот выходит по сути все та же игра, только уже с возросшими бюджетами, расширенным функционалом и прокачанным графоном. Ну и конечно же ничего кроме восторгов она не вызывает. Фанаты первой части счастливы, и множество новых игроков к игре присоединилось. Короче говоря, феноменальный успех. New World. Это, пожалуй, самая неоднозначная игра топа. Дело в том, что по сути она является первым полноценным, феноменальным успехом компании Amazon. В первые пару дней релиза игры она выстрелила так сильно, что в первый день в игру одновременно играли 200 тысяч человек, на второй день 400 тысяч человек, на третий день 700 тысяч и на четвертый день почти 1 000 000 человек, тогда как общее число купивших игру и зарегистрированных пользователей составило несколько миллионов человек. Проще говоря, этот релиз он однозначно удался. Игра понравилась абсолютно всем и ее начали засыпать положительными отзывами. Что уж там говорить, если даже в Стиме за первую неделю игре было поставлено более 100 тысяч положительных отзывов. 100 тысяч положительных, Карл! Обзорщики и стримеры тоже не скупились на похвалу и восхищались этой игрой. Но почему же все тогда не так однозначно? А дело все в том, что это, друзья, MMORPG. А в такие игры нужно не просто играть, а буквально в них нужно жить. А значит, в игре должно быть буквально море контента, бесконечное море. И постоянный смысл возвращаться в нее снова и снова и снова и снова и снова и снова. И вот как раз с этим у игры большие проблемы. Спустя месяц значительная часть игроков провела в этой игре больше 100 часов, полностью ее изучила, все прокачала, люди все по возможности прошли, все испытали и как бы... А все? Что людям делать дальше? Как оказалось, ничего. И вот уже тогда об игре начали говорить много всего плохого, тем самым опустив ее рейтинг в Стиме с очень и очень и очень положительного до смешанного. Но несмотря на вот все это, успех у этой игры в 2021 году точно был. И был он феноменальным. Она стала одной из самых быстро продаваемых, успешных, прибыльных и высокооцененных игр 2021 года. Поэтому и место в топе она уж точно заслуживает.
Halo Infinite. Если вы смотрели мой топ лучших игр года, то знаете, что эту игру я поставил на самое последнее место. И сделал я это не потому, что она плохая, а просто потому, что лично мне она не нравится. Мне не нравятся игры в сеттинге будущего. Футуристический сеттинг мне тоже не особо нравится. Сеттинг космоса тоже не очень меня вдохновляет. А сеттинг в играх — это вообще для меня чуть ли не самое главное, чем может меня привлечь игра. Так что лично мне игра не понравилась, но объективно я не знаю, за что ее ругать, ибо все, что разработчики хотели сделать для фанатов, они сделали, и фанаты остались не просто довольны, а в полном восторге. Ну вот смотрите сами и загибайте пальцы. Классический мультиплеер со всеми особенностями серии в игре есть. Сюжетка есть. Игра теперь в открытом мире, это круто. А мультиплеер, кстати, и вовсе бесплатный, что огромнейший плюс. Графон в игре топ, и оптимизированная игра просто замечательна на всех платформах. Короче говоря, все в игре более чем нормально. Большего фанатам на самом деле и не нужно. Именно поэтому игру приняли все положительно. Накидали ей хороших оценок, от критиков игра тоже получила высокие оценки. Онлайн у игры хороший, так что игра точно удалась. Age of Empires 4. Вот мы и дождались воскрешения стратегий. На самом деле они, собственно, и не умирали. Но думаю, глупо будет отрицать, что последние как минимум лет 5 и как максимум лет 10 стратегии в реальном времени не пользовались массовой популярностью. Из-за этого они вообще практически перестали выходить. Такие стратегии продолжили жить и в очень узких кругах. Их активно начали делать инди-разработчики и небольшие компании, которые нацелены на прибыль в секторе 2А игр. Но, наконец-то, спустя долгие годы Microsoft взялись за стратегии и профинансировали выход полноценной, высокобюджетной AAA стратегии Age of Empires 4. И, конечно же, такое событие дало свой результат. Игра тут же стала самой успешной и продаваемой игрой в серии. Оценки ей все тоже поставили высокие, игру хвалили как критики, так и простые игроки, так что официально это свершилось. AAA стратегии вернулись, на них можно зарабатывать хорошие деньги. Издатели это видят, и в следующем году нас тоже ждет несколько ожидаемых высокобюджетных стратегий. Ну и завершу я этот топ общепризнанной лучшей игрой 2021 года, которая совершенно заслуженно забрала свою награду как лучшая игра года на The Game Awards. Если кто еще не понял, речь идет об игре It Takes Two. Этой игре в своем персональном топе лучших игр я отдал второе место. Тогда еще я говорил, что это, пожалуй, вообще самая лучшая кооперативная игра за все время, которая вызывает у игроков множество разных эмоций и буквально заставляет вас кооперироваться с напарником, много думать, много анализировать, искать правильные решения, сопереживать, общаться и даже плакать. Она очень драматична и многогранна. Несмотря на то, что она похожа на детскую игру, она такой точно не является, ибо в сюжете затрагиваются очень серьезные и очень взрослые темы. И они не просто затрагиваются поверхностно, но еще и успешно раскрываются. Так что игра, безусловно, шедевральна и заслуживает высочайших оценок и похвал. Собственно, именно поэтому она и стала лучшей игрой года. Ну а на этом все, друзья. Ставьте этому видосику лайк, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропускать выход моих новых видео. Всем удачи, друзья, и всем пока!